Четвертый апелляционный суд оставил в силе приговор на 10 лет особого режима Сергею Сатряну, известного в криминальном мире как Осетрина-младший. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области. Вору в законе не удалось оспорить приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии. Суд установил, что отбывая наказание в колониях Нижегородской, Кировской и Саратовских областях, Асатрян активно использовал свой статус, назначал доверенных смотрящих и инициировал массовые акты нарушения режима. 2 июня 2021 года вора в законе приговорили к 10 годам, признав виновным по статье 210.1 УК РФ. Сергей Сатрян, сын криминального авторитета Эдуарда Сатряна, Осетрина-старшего, был коронован в 2008 в одном из столичных ресторанов Асланом Усаяном, дедом Хасаном. Криминальная среда восприняла это неоднозначно, так как Осетрян-младший ни разу не привлекался к ответственности, а по воровским понятиям такой человек не может занимать высшее положение в преступном мире. Первую судимость вор в законе получил в 2011 за причинение тяжкого вреда здоровью, а вторую в 2017 за вымогательство. По версии следствия, он требовал 1,5 миллиона долларов у бизнесмена Карена Мхитаряна. Осетрина-младший вместе с подельником угрожал коммерсанту расправой и устроил поджог его загородного дома. Потерпевший выплатил нужную сумму, но сразу же после этого обратился в полицию.